меньше всего я хочу, чтобы Бог был справедлив ко мне. Вот это меньше всего почему, хочу. Владимир, потому что зла Владимир, я сделал больше, чем добра. Вот. Вы это признаете во время беседы публичной? Если кто-то здесь что-то не признает, то мне жаль. Мы зла делаем больше, чем добра. Нет, я понятно. Я тоже зла сделал больше, чем добра. И я в тоже. Мыслях, и в словах. То есть я очень надеюсь на милость Божию. На снисхождение к себе очень на это надеюсь. Тем более, если вспомнить замечательную притчу Христа о том, как он простил, как царь, рабу своему 10 тысяч талантов, а тот потом не простил 100 динариев, и за это ему было потом очень плохо, то вообще-то 10 тысяч талантов, переводя на русские деньги, это около 9 миллиардов рублей, а 100 динариев это где-то 14500. Ну, то есть, я понимаю, что в целом я Богу задолжал слишком много, чтобы рассчитывать на какую-то справедливость. То есть, нет, на справедливый суд я могу рассчитывать, если я буду злым, я получу справедливый суд. Господь никогда злым не будет. По справедливости он меня осудит в ад, это безусловно. И поэтому я очень надеюсь на милость. Вот. Я это обдумаю. Мне просто справедливость, это око за око, зуб за зуб. И поэтому, если на чашу весов, знаете, когда люди говорят, вот мне зачтется, вот не надо, пожалуйста, считать мне ничего. Потому что если начнут засчитать добрые дела, то будут считать и злые. Только милость. Вот только милость, на нее рассчитываю. И в этом плане, если мы говорим про вот это за что Господь, если бы Господь послал бы болезни за что, мы бы сейчас умерли все сразу. Ну, просто смотрите, если за зло, если Господь бы стал бы, ага, ты сказал плохое слово, ноготь сломался, сказал два плохих слова, два ногтя. Манера людей.